Если представить себе, давайте пофантазируем, мы не знаем ничего. Украина начнет контрнаступление, пойдет на юг. Юг – самое такое логичное место. Дойдет до Мелитополя, быстро прорвется к Чонгару. Там небольшое расстояние между Мелитополем и перешейками. Да, конечно. И, собственно, все. У меня есть другие мысли, куда пойдет Украина. Но ну, я уточняю. Не-не-не, а мы же не знаем. Я же не знаю, я ж фантазирую. Но даже в этом варианте, вот просто в этом варианте, плюс отвлекающие какие-то и так далее, даже в этом варианте, ну, а, собственно, за что сражаться, если вас с Чонгара начнут обстреливать артиллерийскими снарядами, ракетными, точнее, снарядами, всю территорию Крыма. То есть про мост вообще уже -то речь не идет, он просто достреливает. Тогда совершенно непонятно, что вы обороняете. И вот тут могут начаться уступки. Да, вот эти уже ставшие модными передислокации, покидания, значит, как жесты доброй воли. Да-да-да. Вот тут они могут начаться.